стихотворной картины представлены на масштабной экспозиции во Дворце спорта «Юбилейный». Многообразие красок и сюжетов в этих миниатюрах объясняется различными механизмами камнеобразования. Причудливые сюжеты расцвели в пейзажном халцедоне или мергелевском известняке с силикатом. Представлен на так называемый руинный мрамор. Впервые для отделки этот материал стали использовать еще в средневековой Италии. Собранная геологами по всему миру, коллекция заняла 30 витрин. Здесь вы можете увидеть пейзажи из камней Казахстана, Китая, Мексики, Соединенных Штатов Америки, Италии. И вообще трудно перечислить все страны, откуда мы это привезли. Это очень большая коллекция и очень редкая. И в принципе подобных камней нет ни в одном музее ни нашего города, ни страны. Некоторые рисунки настолько сложны, что появляются сомнения, действительно ли изображение синих озер, деревьев и фантастических цветов создала природа, а не человек. В таком виде коллекция никогда не выставлялась, ее экспонаты не продаются.